Вітаю! Це світ тварин і я Євген Кремарин. Сьогодні у програмі ви дізнаєтесь багато цікавого про наших найкращих друзів, їхні особливості та вподобання. Тварини – це істоти, здатні на справжню, щиру духовну дружбу та безкорисливу любов. Вони є носіями унікального досвіду та екстатичної радості. Письменник-анімаліст Генрі Бестон – людина, обдарована мудрим розумінням природи і тварин, написав: «Нам вкрай необхідно інше, більш мудре і, можливо, більш загадкове сприйняття тварин. Ми дивимося на них зверхньо, як на недосконалі створіння, силою трагічних обставин укладені у форми, які стоять незмірно нижче наших власних. У цьому ми і помиляємося. І помиляємося дуже сильно, бо тварин не можна міряти людськими мірками. Вони живуть у світі, який значно старше і досконаліше за наш. Вони набагато повніше і завершше, ніж нас, бо обдовлені почуттями, яких ми позбавлені, і відомі голосами, яких нам почути не дано. Вони – інше племя, що потрапило разом із нами в мережу простору і часу і стали бранцями цій прекрасній землі та її праць і понедріянь. Є стародавня легенда про вигнання Адама і Єви з раю. Коли вони залишили сади Едему, деякі тварини, зокрема кіт і пес, вирішили піти за ними у вигнання. Вони погодилися з того часу назавжди бути друзями і супутниками вигнанців, іти за ними по дорогах життя, вчити і підтримувати їх своєю самовідданою любов'ю. Саме про це і піде мова в нашому сюжеті, в якому ви познайомитеся з унікальною породою собаки Кане Корсо. Здравствуйте. Хочу вам представить удивительную породу Кане Корсо Итальяна, которая обладает великолепными достоинствами как охранника, как друга, как телохранителя, как семейного утешителя и компаньона. Эта порода существует очень давно. Со времен римских легионеров их использовали для охраны замков, их использовали для охоты на крупную дичь, на кабанов, и использовали в боях гладиаторских. Собака достаточно мощная, крупная, обладает очень выносливым темпераментом, характером. И самое главное, что собака очень благородная и принимает на себя роль опеки над всеми членами семьи, и особенно показана семьям, у которых есть дети. У нас сейчас Кане Корсо участвуют в соревнованиях, занимают призовые места по рабочим качествам. У нас в Одессе создана международная полицейская корпорация, где более 10 Кане Корсо патрулируют город Одессу. И приезжал к нам заводчик итальянский питомника Делла Порта ди Пинта Мариано де Кико, он же является экспертом этой породы. И когда он узнал об этом подразделении нашем, говорит, Украина обошла таки Италию вот в этом виде. У них такого нет. У них, конечно, очень красивые собаки. Нам надо стремиться к уровню породности таких собак, как в Италии. Но по рабочим качествам все-таки у нас Кане Корсо занимают лидирующие места сейчас. В нашем питомнике лучшим кобелем считается Титнус Трасперанце. Он у нас мультичемпион, интерчемпион, он вице-чемпион Центральной и Восточной Европы, чемпион Украины, гранд-чемпион Украины, супер-гранд-чемпион Украины, чемпион Белоруссии, чемпион России, чемпион Литвы, чемпион Молдавии, гранд-чемпион Молдавии, супер-гранд-чемпион Молдавии. В общем, титулов у него достаточно, мы гордимся этой собакой, потому что порода Кане Корсо очень трудная порода в развитии. Породу восстановили сравнительно недавно. Порода была потеряна, и ее восстановили сравнительно недавно. Есть многотипность этих собак. И для того, чтобы получить какое-то качественное поголовье, если в помете рождаются пару щенков, красивые, бесплатные, хорошие, собака нашего разведения, Оскар Трасперанце, в 2010 году стал призером Европы. Влюбилась в породу тогда, когда посмотрела на характер собаки и поняла, что собака не только обладает удивительным просто характером, а она думающая собака. Собака, которая понимает не с полуслова, а с полувзгляда.
Собаку не надо долго дрессировать, муштровать. Она в быту, если даже не очень заниматься дрессировкой, она сама понимает, что от нее хотят владельцы. Собаку этой породы могут брать дилетанты, которые совершенно никогда в жизни не имели животных. Они могут брать спокойно эту собаку и великолепно будут с ней себя чувствовать, потому что собака будет подстраиваться под семью и будет делать то, что в семье, в общем-то, и принято. Даже если собака не дрессируется, и если ее с детства не пытаются злить, а нормальная семья, в нормальном общении, собака бы возьмет на себя роль сама защитника семьи. Но в любом случае, с собакой с любой породы, я считаю, нужно заниматься, будь то она маленькая или она тем более крупная, для того, чтобы комфортно было владельцу с ней жить. Особенных болезней в этой породе я не замечала. Единственное, ну как вот в любой породе, если там, ну, ухо может быть где-то как-то, это любая порода, может, любая собака может заболеть, каких-то вот породных особенных болезней нет. Единственное, что собака тяжелая, и все тяжелые собаки имеют проблемы со связками и суставами. Ну, сейчас очень много препаратов, и если правильно выращивать щенка, то надо вовремя просто прибегать к этим препаратам, хондроитин, глюкозамин, подпитывать эти связочки и суставы, и тогда собачка вырастет здоровой, никаких проблем нет. Собаки этой породы очень легкие в содержании, но в связи с тем, что это тяжелая порода собак, и проблемные связки и суставы у крупных пород собак, когда существует такая проблема, собакам до 2 лет я не рекомендую никаких физических нагрузок. Показан выгул в свободном движении, в игре со сверстниками, собаками желательно своего возраста. И самое главное, надо не забывать о том, что когда собака растет, у нее может быть в активный период роста легкое прихрамывание, то ли на переднюю конечность, чаще на переднюю, то ли на заднюю. И когда начинаются вот такие вещи, не надо бежать к ветеринару, не надо паниковать, надо просто взять собаку на поводок, добавить содержание хондроитина и глюкозамина и переждать какое-то время. Это может длиться 2 недели, это может длиться месяц, может немножко больше. Не надо волноваться о том, что ваша собака будет недоразовьется, не будет такой мощной и широкой. Все, что дано природой, все собака возьмет. Собака в добром очень содержании. Мы купили 2 собак, когда жили в 2-комнатной квартире в Киеве. И совершенно никакого дискомфорта мы не чувствовали, потому что был достойный выгул утром, 2 часа, и до вечера мы собак просто не видели, они никому не мешали, они отдыхали до следующей прогулки. Никакого запаха от этих собак нет вообще. Шерсть они немного линяют, как все короткошерстные собаки, но сейчас у нас уже на Украину завезен такой, как это называется, фурминатор, это так называется щетка, которая позволяет вычесывать остевую шерсть, и остается шерсть, которая не линяет. И в квартирных условиях это просто находка, собака не имеет запаха, не имеет шерсти, не линяет, и удобно в содержании. Я бы рекомендовала, это даже показано, иметь каны-корса в семьях, где есть дети. И где есть дети, причем любого возраста, начиная грудничковым и заканчивая там подростковым. Потому что собака каны-корса, она чувствует слабее кого-то, вот себя. И даже вот грудничок или подросток, они все равно чувствуют, что это создание слабее, не берут под опеку. Хочу рассказать, почему создавался этот клуб. Ну, по крайней мере, когда я привезла собак на Украину, собак каны-корса было очень мало. И какую-то консультативную помощь получить было неоткуда. Специфику выращивания, специфику содержания этой собаки, есть тонкости, нюансы, потому что это молодская группа собак, им противопоказаны нагрузки, им показаны препараты, содержащие глюкозамин, хондроитин. Это надо знать. И есть тонкости, которые, именно породные тонкости, которые мы, создавая клуб, хотели бы благодаря клубу просветить людей, которые покупают щенка и не знают, что с ним делать.
большую роль в создании этого клуба и большую помощь нам оказал президент КСУ Георгий Георгиевич Онищенко. Благодаря таким энтузиастам породы камикорса итальяна, как Андрей Наклицкий, Оксана Майкова, Елена Цуркан, Виталий Ясенко, был создан клуб породы камикорса. И для того, чтобы улучшить эту породу, почему создавался еще этот клуб, вот эта конкурсная система, она заводчикам дает стимул улучшать эту породу. У нас уже 2 года проходят эти конкурсы, вот, и за вот эти 2 года, которые у нас существует клуб, поголовье камикорса очень увеличилось, и кроме этого увеличилось качество собак. Качество как по экстерьеру, качество как и по породным рабочим мехам.